Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам о полном инженерном ремонте, что это такое, какие этапы и какой получается результат. Мы с вами находимся в жилом комплексе Румянцево Парк, квартира площадью 100 квадратных метров. И сегодня здесь выполнен, завершен последний этап инженерного ремонта, это механизированная шпаклевка стен. Давайте начнем с самого начала. В самом начале это была абсолютно пустая квартира. Был просто бетон от застройщика. И для начала мы получили проект, возвели перегородки в соответствии с этим проектом. Следующим этапом сделали механизированную штукатурку стен. Потом подождали, пока штукатурка высохнет. На пол расстелили шумонет и приступили к сантехническим работам. Сантехнические работы завершили, приступили к электромонтажу. После того, как был завершен электромонтаж, можно было делать уже стяжку. Сделали стяжку, подождали также, пока она высохнет, и приступили к работам по нанесению механизированной шпаклевки. На данном объекте шпаклевку мы делали под обои, но в отличие от классической ручной шпаклевки, шпаклевка механизированная получается более качественная, нежели ручная. Поэтому реально эти стены можно красить. Итак, объект завершен. Сейчас покажу вам электрику, сантехнику. Щиты мы пока не раскрывали. Вот это электрощит. Слаботочный, основной. Коллекторный шкаф отопления. Здесь два санузла. В них пока организованы небольшие складики, как это всегда бывает. Основной щит водомерный находится здесь. Проточный водонагреватель. Все необходимые компоненты. Также установлена инсталляция. Что интересно, эту квартиру мы начали делать в апреле 2023 года. Потом делали по просьбе заказчика перерывы. И прошло уже, получается, 8 месяцев до финального этапа работ. Были также промежуточные этапы. Например, вот эта стена. Здесь сделана шумоизоляция. После чего, опять же, мы немножко подождали и уже смогли завершить шпаклевку. Если делать эти работы один за одним, без перерывов, как правило, уходит на это максимум 2 месяца. 2 месяца, и вы получаете абсолютно качественный ремонт, этап промежуточный каждого, который вы можете контролировать, все видеть. Сейчас это тренд. То есть люди предпочитают модульные ремонты, как раз то, чем мы и занимаемся. Как я уже сказал, квартира полностью готова. Здесь даже уже завезены ванна, в санузле стоят полотенцесушители, уже закуплены смесители. Я думаю, что ближе к лету наш заказчик сможет отмечать здесь новоселье. Друзья, обращайтесь в нашу компанию, все описание к этому видео будет в конце. Если будут вопросы, задавайте, всегда рады на них ответить. Ну, а нас ждут другие новые объекты. До новых встреч!